Около 9000 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники Саровской госавтоинспекции на дорогах города в 2019 году. Из них более 250 – это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пятая часть от этого числа – водители, которые вновь сели за руль пьяными и теперь понесут уголовную ответственность за это преступление. Также в 2019 увеличилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их было 98, два человека погибли. Такие цифры Александр Косенков озвучил на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На уровне прошлого года осталось количество ДТП с участием несовершеннолетних 16-16. И по количеству пострадавших у них детей также 16 человек. Львиная доля этих ДТП – это наезд на пешехода, их было 13, и 3 наезда на велосипедиста, всего 16. По вине несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано 4 ДТП. Основными причинами автомобильных аварий стали непредоставление права проезда и неправильно выбранная дистанция между машинами. По сути, это несоблюдение или незнание водителями правил дорожного движения. Выросло количество наездов на пешеходов. В прошлом году их было 38. К несчастью, большинство из них произошли на зебре, где, казалось бы, человек должен чувствовать себя в безопасности. Из 38 – 22 на пешеходных переходах. 22. В 2018 году было 15. Если брать те ДТП, которые вне пешеходного перехода, по вине пешеходов, их всего лишь 6. В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система Сарова» в 2019 году установили пешеходные светофоры на солнечных батареях. На остановочном комплексе разместили социальную рекламу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения на тему «Засветись». Также в прошлом году на улице города появились новые лежачие полицейские и 520 дорожных знаков. Из них 116 с повышенными светоотражающими свойствами для обозначения пешеходных переходов. Кроме этого, в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова наносилась дорожная разметка в объеме финансирования 5 204 5 000 рублей и ремонт автомобильных дорог. В целом все это запланировано 29 669 000 рублей, израсходовано в таком же объеме. В этом году специалисты Департамента городского хозяйства будут проводить аналогичные мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения в Сарове. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.